Настроение выжидать, слиться с диваном и быть незаметным, потому что у кота Васи друг Курцхар. Это охотничья порода собак, поэтому Вася иногда прикидывается дичью. А еще курцхары не знают, что такое личное пространство и границы, поэтому Вася уже смирился. В дружбе всегда нужно уступать. Вот Вася и терпит. Нас предупреждали, что будет трагедия, что на самом деле охотничью собаку невозможно ни с кем дружить из других животных. Она ее настанет время и сожрет. Но вот, тем не менее, оказывается, что нет. Дружба между кошкой и собакой возможна. Мы их просто в доме привели в одинаковом возрасте одновременно. И они, в принципе, выросли вместе. Было очень даже трогательно наблюдать, как... Васька, это кот наш, скрашивал досуг Хана, когда мы его перевели в будку, приходил к нему, залазил в будку, даже грел его там. И вот они до сих пор очень нежно друг к другу относятся. Достоинство курцхара – оптимист, характер легкий, легко подается дрессировке, отличная подружейная собака, ладит с детьми, послушен, а сложность одна – нуждается в продолжительных прогулках. Очень большая выносливость, причем... Устал, достаточно быстрое восстановление у него происходит, и после этого он дальше опять бегает. Ну, у нас получается, там, хотя бы раз в день стараемся на велосипеде в сторону Днестра. Ну и так, потихоньку увеличивая расстояние. Так, если его не выгулять хорошо, так, чтобы он устал, уже так серьезно устал, то домой его не заведешь. Пока он не набегался, не нагулялся, домой не попадете. Это настоящий энергетический комок на четырех лапах. Заводная игрушка, непоседа, очень любопытен. Авантюрист, склонен к побегам и приключениям, при этом ориентирован на хозяина. Когда есть папа, мама не нужна. А когда нет хозяина рядом, то тогда, конечно, вот на ручке, и мамин котик, и все обнимашки, поцелуйчики и так далее. У нас есть вожак стаи, как мы говорим. У нас есть вожак стаи, это наш папа, и много-много всяких щенков. Есть мама, которая кормит всех, заботится и так далее. Но маме можно сесть на шею. Курцхар по имени Хан живет в семье, где четверо детей. И кот Вася, и два взрослых хозяина. Любви Хана хватает на всех, причем в детях он не чает своей собачьей души, согласен на любые игры в любое время. А по поводу того, что охотник и вместе с тем очень семейный такой товарищ, это было для нас открытием, потому что, если честно, я думала, что мы заводим собаку для главы семьи, потому что он охотник, и ну, я как бы думала, что окей, будет у мужа напарник по охоте, и они будут охотиться вместе, и классно. Но оказалось, что нет, оказалось, что собака не только для папы, она для всех нас, потому что он любит одинаково проводить время и где-то с папой бегая за зайцами, и с детьми, играя в какие-то мячики. Курцхар – порода только для опытных владельцев, к тому же весьма активных людей. Потому что завести курцхара – значит начать заниматься спортом. А еще они совершенно не выносят одиночества и за внимание платят безграничной собачьей любовью.